В Нью-Йорке, в Бруклине прошел 15-й международный футбольный мемориал памяти героя Украины, известного футболиста и тренера Валерия Васильевича Лобановского. В турнире приняли участие 6 команд. Сборная Одессы, сборная Нью-Йорка, Карпаты и Йонкерс, команда Уатра, Лонг-Айленд, команда Кингсбэй-Вай, Нью-Йорк и Брайтонские Ястребы, которые также представляли Нью-Йорк. На игру известных футболистов, а в составах команд, например, Ильшан Гамбаров, который играл за сборную Азербайджана, я уже не говорю об одесситах, в составе которых были Александр Касырин, Валентин Полтовец и другие известные футболисты. Болельщики получили огромное удовольствие от их игры, от прекрасных голов, от интереснейших комбинаций. Прекрасная погода, а также поддержка футбольных болельщиков способствовали организаторам и участникам турнира показать все лучшее, на что они были способны. В финальном матче за звание чемпиона турнира встретились сборные Одессы и Нью-Йорка. В упорнейшем поединке победили более опытные футболисты Одессы. Они одержали победу со счетом 4-2. Бронзовые награды турнира завоевала команда «Карпаты Йонкерс». Но без наград никто не остался. Все команды получили памятные кубки и медали турнира памяти Валерия Васильевича Лобановского. Трехкратный чемпион Советского Союза, обладатель Кубка СССР, участник двух чемпионатов мира по футболу 1966 года в Англии и 1970 года в Мексике. Заслуженный мастер спорта Валерий Семенович Паркуян, почетный гость 15-го международного мемориала памяти Валерия Васильевича Лобановского. Вот в 15-й раз мы вспоминаем мэтра футбола Валерия Васильевича Лобановского. Вам посчастливилось встречаться с ним. С Валерием Васильевичем вместе играли в Черноморце, начинал играть я, и он пришел с киевского «Динамо». Он меня обучал, я с ним, как говорится, дружил. А потом пришло время, когда я стал под его руководством в Днепропетровске, в Днепре играть. Вы помните, как вы вывели сборную Советского Союза на первое место в Мексике? Ну, я вам скажу, что мы набрали одинаковое количество очков, и пришлось тянуть жребий. Ну и мне посчастливилось, что меня послали на этот жребий. Я его вытащил. Единичку. Да, единичку вытащил, и все. Что бы вы пожелали всем участникам 15-го мемориала памяти Валерия Васильевича Лобановского? Как всегда, победит дружба. Своими впечатлениями об этом турнире поделился капитан одесситов, известный вратарь Игорь Шуховцев. Большое спасибо всем организаторам, потому что на самом деле очень приятно находиться здесь, на этом турнире Валерия Васильевича Лобановского, видеть всех легендарных своих, как говорится, коллег, друзей и на позитиве выходить и играть с командами разных, допустим, американцев, украинцев. То есть это очень впечатляет, и я очень рад, что на этом турнире побывал и сыграл. Ну, естественно, и занял первое место. Гости 15-го международного мемориала памяти Валерия Васильевича Лобановского – бизнесмен Григорий Ефимович Бибергал, бывший президент футбольного клуба «Черноморец», и депутат Одесского областного совета Николай Биб. Ваше впечатление от пребывания в Нью-Йорке? Наши впечатления от турнира. Мы выиграли, это самое главное. Это первое. Мы сюда и ехали за победой. Мы не сомневались. 15-й международный футбольный мемориал памяти Валерия Васильевича Лобановского ушел в историю. Но футбол продолжается, и нас ждут новые встречи, новые интереснейшие матчи.